Спасибо тебе, Белочка. Но запомни, эти цветы для принцессы Селестии. Для нее самые прекрасные цветы. Ля-л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 я. Привет, дружок! Я впервые в жизни вижу такое создание! О, ты, наверное, голоден! Вот, держи! О, думаю, ты очень голоден! Ты такой чудный! Поскорее бы показать тебя моим друзьям! Пони, милая пони, тебя так долго ждали, милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам, приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Автор идеи Лора Фауст. Продюсер Сара Уолл. О, поспеши, Спайк. Это место само себя не очистит. Беспорядок тоже не сам появился. Незваные гости. Принцесса Селестия будет здесь завтра. Я думал, это будет простой, неофициальный визит. Визит ее королевского величества нет ничего простого. Я хочу, чтобы здесь все сверкало, и ты мне в этом поможешь. Может, тебе стоит читать книги по очереди? Ого! Все должно быть просто идеально. Хватит лениться. Знаешь, все было бы намного проще, если бы мы не путались друг у друга под ногами. Отличная идея. Ты прибирай, а я проверю, как дела у остальных. Может, лучше я? Случилось с остальными буквами? Они не поместились. Мы не можем повесить плакат, на котором написано «Добро пожаловать, принцесса Селест». Выглядит идеально. Продолжайте в том же духе. Здравствуйте, мистер и миссис Пирожок. Как дела? Ой, все было бы намного лучше, если... Пинки, что ты делаешь? Эти сладости делаются для принцессы. И я знаю, поэтому я их и пробую. Кто-то же должен убедиться в качестве угощения для нашей принцессы. И я, Пинки Пай, заявляю, что эти яства достойны короля. Или королевы, или принцессы. Искорка, Пинки, вы не поверите. О, простите, я вас, наверное, перебила. Нет, вовсе нет. Заходи, чувствуй себя как дома. Что случилось с Флаттершай? Вы не поверите, что я нашла на окраине вечно зеленого леса. Выходи, малыш. Все в порядке. Три? Что это? Они великолепны. Я не знаю. И я не понимаю, откуда появились эти двое. Я сниму одного с твоих копыт. Я никогда не видела таких очаровательных созданий. И кроме того, у Спайка теперь появится друг, и он не будет отвлекать меня от учебы. Пинки, а ты не хочешь взять одного? Это парасприт! Вы шутите? Пара что? Как он может не нравиться? Мне нужно найти тромбон! Что? Тромбон! Ну, знаешь... Бу-бу-бу! Ой, ох уж это Пинки. Стой смирно, радуга! Не могу! Мне нужно полетать! Мне скучно стоять здесь просто так! Ты хочешь хорошо выглядеть перед принцессой Селестией или нет? Ух ты!
Кэти, эти наряды великолепные. Спасибо, Искорка. Приятно, что кто-то оценил мой талант. Ой, как же скучно. Что? Что это за звук, Искорка? Ух ты, кто это? У меня есть вопрос получше. Откуда они? Минуту назад у меня был только один. Я возьму одного. Я тоже, они прекрасны. Кто-нибудь знает, где можно взять аккордеон? Девочки, это очень важно. Спасибо большое. Украшение, банкет. Я очень надеюсь, что завтра все получится. Не о чем беспокоиться. Что происходит? Откуда они все взялись? Я не знаю. Этот малыш проголодался посреди ночи, поэтому я дал ему перекусить. Но понятия не имею, откуда взялись остальные. О нет, они нарушили мой порядок. Принцесса прибудет через несколько часов. Помоги мне собрать этих малышей. А чем, на твой взгляд, я занимаюсь? Знаю, знаю. Хватит шалить. Очень полезны. Все в порядке. Животных. Я уверена, она скажет нам, как можно остановить их. Или нет. Сделай что-нибудь, Флаттершай. Что ты можешь придумать? Я уже все испробовала. Я уговаривала их, умоляла, просила и вежливо убеждала. Я... Если мы все не уладим до приезда принцессы, то ждите неприятностей. Фу! На мой взгляд, неприятности уже начались. Вот яблоки, которые ты просила, Флаттершай. Но я не понимаю, зачем тебе так много? Что же нам делать? О, есть! Никто не умеет собирать стадо так, как Эпплджек. Да, нужно отвезти их обратно в лес.
Я с ними справлюсь, но мне нужна ваша помощь. Искорка и Рарити, ждите там. Я поведу этих малышей через вас. Радуга, ты и Флаттершай летят над нами. Не дайте им скрыться. Ай-ай! Ю-ху! Начинаем! Берегись, Рарити! Вот этот собирается уйти от нас! Следи за ним, Радуга! Держитесь, подружки, уже почти все! Пинки! Искорка, у нас мало времени! Ты это мне говоришь? Принцесса прибудет в любую минуту! Точно! Поэтому я хочу, чтобы вы перестали бездельничать и помогли мне найти Маракас! Маракас? Пинки, у нас более серьезные проблемы, чем поиск Маракаса! Молодец, Эпплджек! Я бы не справилась без вас! А теперь давайте вернемся к уборке, пока принцесса не появилась. Итак, вы все знаете, что делать. Мы должны стараться изо всех сил, чтобы успеть. Откуда они взялись? Но я решила оставить себе одного. Я не удержалась. Просто они такие милые. У нас нет на них времени. Что нам теперь делать? Надо позвонить в метеослужбу. Ну что ж, избавимся от незваных гостей. Я потеряла новую пару тарелок, вот что я наделала! Ты можешь забыть о своих инструментах хотя бы на секунду? Ты мешаешь нам спасать Понивиль! Я мешаю? Я не разрушитель, то есть не разрушительница! Или не разрушающая? Вперед, девочки, с ней каши не сваришь, она все путает. Эй, я пытаюсь сказать вам, что все разрушения идут от копыт! Надо что-то предпринять. О, я поняла. Я придумаю заклинание, чтобы они перестали все поедать. Смотрите, бубны! Может быть, вы все... Thank you.
получилось! Еда их не волнует! О нет! Если они заберутся в мой магазин, каждый сам за себя! Мои наряды! Уходите, Кыш! Улетайте отсюда! Хулиганы! Смеет есть урожай нашей семьи. Ну-ка, соберитесь. Это они. Этого я не предвидела. Не в себе? Закора, эти маленькие существа съели почти весь Понивиль, а принцесса скоро будет здесь. Помоги нам, пожалуйста. О, это ведь крошечные монстры. Насколько я понимаю, это парасприты. Я не знаю. Они? Если они останутся в Понивиле, они съедят весь ваш урожай. У вас ничего не останется. Вот мой план. Радуга, ты их отвлечешь. Хорошо. Внимание. Мы должны построить точную копию Понивиля там. У нас на это меньше минуты. Закора была права. Мы в беде. О, нет. Принцесса уже здесь. Все кончено. Пинки, у нас проблема. Искорка, моя любимая ученица. Здравствуйте, принцесса. Рада снова встретиться с тобой и с твоими друзьями. Как прошла поездка? Пробок не было? Что это? Эти создания чудесные. Не такие уж они и чудесные. Мне очень приятно, что жители прекрасного города Понивиль решили организовать парад в мою честь. Парад? О, да, парад! К сожалению, я вынуждена перенести свой визит на другой раз. Похоже, что в Филадельфии произошло чрезвычайное происшествие. Кажется, у них незваные гости. А, незваные гости? Да. Представляете, на их город напали невероятно прожорливые существа. Прости, Искорка, что опять прошу тебя об одолжении. Одолжение? В каком одолжении? Прежде чем отправиться в путь, я бы хотела попросить тебя рассказать мне о магическом влиянии дружбы. Рассказать о чем? Ты не узнала ничего нового о дружбе? Вообще-то узнала.
Я поняла, что решение серьезной проблемы может прийти оттуда, откуда ты вовсе не ждешь. И очень важно уметь выслушать точку зрения друзей. Даже если ты не всегда с ними согласен. Я очень горжусь тобой, Искорка. И я также впечатлена твоими друзьями. Похоже, вы действительно многому учитесь друг у друга. Спасибо, принцесса. Эй, что случилось с принцессой? Происшествие в Филадельфии. Кажется, там незваные гости. О, нет, у них тоже парасприты. Ну, я нашла тубу, вперед! Думаю, принцесса справится сама. Так ты знала, что от этих малышей будут проблемы, да, Пинки Пай? Ну, конечно! Почему, как вы думаете, я срочно убежала искать инструменты? Я пыталась вам сказать! Мы знаем, Пинки Пай. Прости, что не послушали тебя. Да, конечно, прости нас, пожалуйста. Ты хорошая подруга, Пинки. Жаль, что мы не всегда тебя понимаем. Спасибо, девочки, вы тоже хорошие подруги. Я и сама себя не всегда понимаю. Ты помогла нам встретить принцессу. И главное, ты помогла спасти Понивиль. Или нет? Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».